Элита Артсплюй Продакшн представляет. Привет, мои любимые. Мы все с вами прекрасно знаем, варды доступны в ограниченном количестве. Например, сейчас я могу купить всего лишь две штуки. Покупаем, все, больше я не могу купить. Могу даже опять продать, купить, все, две штуки, больше не покупает. Появляется КД, после КД появляется новый вард. Хорошо, но в Доте есть баг, который позволяет нам покупать варды в любом количестве. И ставить их тоже в неограниченном количестве. Для этого нам нужен будет вражеский герой, у которого есть вард. Условие таково. Вражеский герой должен выложить вард. Мы его поднимаем. Все, вот мы видим, что здесь написано владелец, а в данный момент вич-доктор. Хорошо. Бежим на базу. И теперь мы можем покупать варды в любом количестве. Смотрите, видите, не имеет никакого КД. То есть можно десятки, сотни покупать бесконечно. Самое главное, когда вы будете ставить варды, не ставьте последний вард. То есть нужно, чтобы у вас остался один вард, самый первый. И можете опять заново покупать в бесконечном количестве. Вот вы видите. Видите, я могу ставить хоть сколько. Опс. Опс. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.